723 года. Выборг отпраздновал день рождения. Гуляния прошли по всему городу. На рыночной площади выступил известный петербургский ансамбль «Терем-квартет». Красная площадь стала улицей радости. Для маленьких жителей Выборга работали аттракционы и мастер-классы. На площади выборгских полков выстроились в ряд ретро-автомобили. С праздником выборгцев поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Подарки от главы 47-го региона получили многодетные семьи Дубасовых и Михайловых, воспитывающих по 7 детей. Им вручили сертификаты на получение микроавтобусов.